в турсон заде суд приговорил местного жителя к трем годам тюрьмы строгого режима за то что тот выразил недовольство по поводу закрытия властями мечети Местный житель Сидиков Каюм начал выражать недовольство закрытием пятикратной мечети в кишлаке Нуристон, которая была закрыта и переквалифицирована в общественное место. Каюм Сидиков вступил в спор с председателем Махалинского комитета и местным имамом за то, что переоформил мечеть в общественное помещение и призывал местного имама не сидеть сложа руки, а возобновить молитвы в уже бывшей мечети. Поняв, что чиновники не собираются возобновить работу мечети, Сидиков обругал их и обвинил в борьбе против ислама. В отношении Каюма Сидикова было возбуждено уголовное дело по статье 189. Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды. Суд города Турсон-Заде приговорил Сидикова к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.